звучат задорные частушки, они словно и зазывают на праздник гостей. Или юлдашей, как и у чувашей, принято называть настоящих друзей. В гостях сегодня Марат Ахметов, глава автономии Чувашии России Николай Гаврилов, депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Всех здесь встречают хлебом с солью, чак-чаком и национальным напитком Чувашии сырой. Уяв – один из главных праздников чувашского народа. В этот раз он снова проходит в селе Сиктерме, на родине великого чувашского поэта Петра Хузангая. Как и в годы его жизни, уяв отмечают после посевной и перед началом сенокоса, в те дни, когда можно дать себе отдохнуть, водить хороводы, танцевать и петь. Песня народная, чтобы собираться все вместе, радоваться, пить чай и радоваться празднику. Играют и поют сегодня не только чуваши. Тимур Юсупов, башкир, говорит, на уяв исполнить чувашскую частушку сам Бог велел. Сегодня на празднике мы все немножко себя чувствуем чувашами. Мы окунулись в чувашскую культуру. И я хочу именно здесь, на этой земле, вспомнить слова великого Хузангая. Эпер полна, пул пулатор. Мы были, есть и будем. Хайрлы күн, рагун, дорогие друзья! Понятные каждому слова сегодня звучат сразу на трех языках – чувашском, русском и татарском. Так, почетные гости подчеркивают отличительную черту уява в Татарстане. Марат Ахметов поздравляет гостей от имени Раиса Республики и председателя Госсовета. В Республике Татарстан проживает более 170 национальностей. И каждый из них составляет красивый цветок мощного букета, национального букета, которому название «Народ Татарстана». У каждого народа нашей республики есть свой национальный праздник. И вот сегодня мы свидетели мощного, грандиозного, самого яркого праздника уяв. Это история, это традиции, это язык. В конце концов, это будущее наше. Глава автономии Чувашии России Николай Гаврилов отмечает, будущее еще и в сплоченности. Мы, чуваши, умеем дружить. Где бы мы ни работали, ни служили, наша сила в дружбе. Сила в дружбе, но мир спасет красота, считают участницы конкурса «Красавица уява». Они показывают не только внешние данные, но и знания своих обычаев, истории, культуры. Показать себя, посмотреть, на что я способна. В этом году уяв развернулся аж на 70 гектарах. Шутка ли, ведь сюда приехали гости со всей России. Сначала, чтобы показать, как вдали от исторической родины свои традиции сохраняют они, ну а затем, чтобы собраться одним общим хороводом и почувствовать, как это делают другие. Кульминация праздника – хоровод вокруг дуба. Он считается прообразом древа жизни, священного для чувашей дерева. Здесь верят, сделаешь несколько кругов вокруг, схватившись за руки, урожай обязательно будет хорошим, а дружба – крепкой. Рамиль Шадрин, Игорь Романов, ТНВ, Алькеевский район.